Не отдавали преимущество до финального свистка. Как и ожидалось, встреча лидеров регулярного чемпионата высшей лиги Нижегородской области по хоккею с шайбой выдалась жаркой и валидольной. Обе команды, хоккейный клуб «Саров» и ХКАК, были настроены только на победу. Поэтому радовали шайбами зрителя и держали интригу все основное время матча. Игра получилась очень интересной и для болельщиков в первую очередь, и для нас все обе команды хотели выиграть, неуступчивая. Игра была богата на контратаке. В начале встречи саровчане вырвались вперед, закинув сразу несколько шайб в ворота противника. Но соперники сдаваться не собирались. Собрав волю в кулак ближе к середине матча, догнали саровчан и сравняли счет. Основное время закончилось со счетом 4-4. Победителя предстояло определить спортивной фортуне. Она оказалась на стороне Оки. По буллитам гости взяли преимущество 4-5. Впечатления максимально положительные. Игра понравилась. Жалко, конечно, что проиграли. Но такие игры все равно надолго запоминаются и заставляют, как бы мотивируют еще больше и больше работать. Это был последний матч отборочного этапа чемпионата. И несмотря на то, что наша команда уступила Оке, они уже обеспечили себе место в плей-офф, обыграв хоккейный клуб «Княгинино» еще в конце прошлого года. Первая игра полуфинала плей-офф пройдет на нашем льду 24 февраля. Вторую хоккейный клуб «Саров» проведет на выезде 2 марта. Дорогие болельщики, 24 февраля хотим пригласить вас на наш первый домашний матч плей-офф. Без вашей поддержки играть всегда сложнее, поэтому будем стараться сделать свое дело, показать результат, чтобы в городе был праздник хоккея.